людей, которых убивают в Донбассе киевская власть, мирных людей, десятками каждый день там расстреливают танками, бомбят самолетами, в том числе и мирные жилые дома. Вот, по всему миру проходят акции в поддержку этих людей, называются Save Donbass People. Ну если ничего проблема, если ты на публику, то... Снимай. Смотри, ствол достает. Ствол достает. Снимай это. Амбасады Пестюгарда. Баста и амбасады, территория амбасады. Улицы. Мы вас на вес вводим. Амбасады. Назовите закон, в соответствии с которым ему запрещено здесь рисовать. Кари стател. А мы что за спуст тела? Какую статью я нарушаю? Назовите статью хотя бы. Кари. Аста амбасады. Аста есть терену публик. А если терену лор? Ну! Вот, дупа гард, терену лор. Это земля Республики Молдова. Что вы делаете? Зачем меня трогать? Кому то здесь не разрешает пить. Так, а ну не трогайте меня. Ну трогайте меня, все. Я вас не трогаю. Вы даже не можете аргументировать, почему нельзя. Ну кем мне разрешаться? Пирожков запретил или Речан запретил? Вы не можете ответить на эти вопросы. Можно здесь рисовать и писать все, что мы хотим. Ну спать и не дурить, и для нас не дурить. А еще если терену публик, ними. Ни в Динцу, ни в Потесту, ни в Петре. Динни, если не дурить. Ну мы на автору богатцы. А то, что урезал трибуны. Ну если не дурить, то как? Наши руководители, ты на нас не Я вам фост импинс. Ну я вам пинс. Я вам презентат мапу. Снимай. Ну и публика, если я амбассад. Амбассад Дупагард. А как Дупагард, а еще ну спать. Ну это с тем лазерничу, ну тяну не кемат. Дай мне долика тут. Так він поліція. Він поліція пілот. Вот отдельно наручники за то, что рисовал хэштег в поддержку людей, которых убивают в Донбассе мирно. Я снимаю, имею право. Снимаю.
ну, я не знаю, братский народ. И как мы можем просто так стоять и смотреть, как по телевизору показывают, как там как минимум три области бомбят самолетов, нагоняют этих там. Дети в подвалах прячутся. Мы с вами полностью согласны. Так, а посмотрите, они выходят, там матом на нас кричат. С балкона, что вы здесь делаете? Пишите жалобу, конечно. На кого жалобу? Мы плохотниковским медиа-борделям интервью не даем. А кому вы даете интервью? Адекватный пресс. Свободный пресс.